Хуя себе. Хевс, иди с глазами ребенка специально для конкурса. Так, стоп, стоп, стоп. Блин, можно паузу как-то ставить? А, да, я попросил брата нарисовать Хевса и Дизи, чтобы перенести рисунок в реал лайф. 16 тысяч лайков! Пиздец! Так. Вот что получилось. А чё, похоже, бля. А, бля. Не, вот это прикольный ТикТок получился. Достаточно оригинально. В этом что-то есть. Ну, нормально, хуя себе, блядь, 16 косарей. Ну-ка. Сколько там обычно? Ага, классно, у меня все зависло. Заебись, не работает. Все, по реакции Хесуса на другие тиктоки, походу, реально, плюс 15к, все, тупо бан. Не знаю, сыграет ли роль то, что у меня больше всего лайков, это 16 тысяч лайков примерно, или 15. Ну, короче, неважно. А у всех остальных вот столько... то получается плюс 15 тысяч тупо, ну тупо нормально, тупо все. Короче, никакие ему не нравятся тиктоки почти. И когда он спросил только что, какой вам понравился больше всего пока что, все в чате стали писать цифру 2, а это я, блин, ёлы-палы, фу, плюс 15 тысяч. Убери его. Вот это? What? Его убрали? Ебать, хейтеры. Да ладно, в смысле? И это все из-за того, что его брат, да, рисует? О, ебаный свет. Ебать, да я сейчас... Я сейчас и сам богатым стану-то. Спасибо. Ну надо 20к сдонатить, 20к. Спасибо. Вот говноеды. Чел с ребенком весь свой контент строит на рисунках своего брата. Он ничего нового не придумал. Такое. Так он и не выигрывает. Не понял. Не, ну все равно же прикольно получилось. Где он, блядь? Где этот чел? Эй, чел, ты где? Чел, блядь! А, вот он. 50 тысяч подписчиков? А, и правда. У, сука! Зато смотрите, ТикТок со мной, у него собрал 76 тысяч просмотров, а все остальные по 5, по 4, ну есть 2, а, ну да, 198, 11 тысяч. Ну ладно, я тут, ебать, полмиллиона нахуй, ну это потому что Брайан Мапс вонючий. Ебать, он брата загружает, конечно, на работы. У него брат каменщик, я понял, блядь, он без зарплаты там хуярит. Я каменщик, работаю 3 дня! Без зарплаты! Так, модераторы, сделайте опрос. Давайте опрос, опрос в чате. Типа, убираем или нет? Да или нет? То есть, убираем да, нет, не убираем. Убираем, не убираем, короче, напишите. Вот это вот, то, что сейчас на экране. А то по чату непонятно. Да, да, нет, да, нет, да, нет, блядь. Ну-ка. Ну, вообще, 50 на 50. Ну, почти 50 на 50. Ебай вы злые, нахуй. Типа, не мне, значит, никому, да? Чат само воплощение зла, нахуй. Просто вообще. Из чади ада. Да долго это голосование будет идти, а? Твои же бабки экономят. А, ну... Спасибо. Да идите вы нахер, вы теперь всех хотите убрать, блядь. С ума, что ли, сошли? Да ты чё? Да ничего. Я не понимаю, зачем убирать челика, если парень постарался нормально. Какая разница, делал он уже это или нет? Чат злой и жадный. Бля, с каких пор мой чат стал злым? Вроде всегда были добрые, там сердечки кидали, а тут просто порвало людей. А, понятно. Вот оно, ваше истинное лицо. Ауф. Все, мы наконец-то закончили. Ура!
Thank you.